Саратовцы стали свидетелями редкого явления. Солнечное затмение в пятницу смогли наблюдать жители Земли. Первыми увидели, как Луна закрывает Солнце в Атлантике. Закончилось затмение на Северном полюсе. Следующее такое явление россияне смогут посмотреть в 2016 году. Ну а в Саратове оно началось в 12:26, а своего пика достигло примерно через час. Жители города увидели, что Луна затмевает Солнце приблизительно на 50%. В центре Саратова астрономы-любители организовали для всех желающих просмотр и привезли телескопы. Нашлись и те, кто смотрел на Солнце с помощью фильтров, которые сделали сами. Правда, специалисты не рекомендуют их использовать, поскольку можно повредить глаза. Мы уже как более, так сказать, осознанные астрономы не советуем использовать типа как копченые стеклышки, потому что можно допустить какие-то огрехи, какую-то неточность, моменты, что-то стереть, вот, и опять же повреждение глаз. Это чревато. Поэтому даже если делать какие-то handmade аппаратуры, так сказать, фильтры, то нужно подходить к этому с большой долей ответственности.